Жили-были в одном доме две маленькие девочки. Папочка вернулся! Привет! Какая же ты красивая. Будь такой всегда. Уилл, иди-ка сюда. Видишь? Интересно, где они сейчас живут? Милая, все хорошо? А что ты так испугалась? Там что-то есть. Там! Что вам здесь надо? Вы здесь живете и не знаете про убийство? Какие убийства? Всю семью застрелили, только отец выжил. Кто это сделал? Отца и подозревали. Скотобойня Питера Уорда. Всех, кто селится в этом доме, убивают. Почему же соседи нам ничего не сказали? Дом долго стоял пустой. Питер Уорд переведен на лечение. Я хочу поговорить о вашем пациенте, о Питере Уорде. Давайте убедимся, что мы имеем в виду одного человека. А что если тайна, которую вы пытались распутать, окажется вашей собственной? Это не Питер Уорд, это я. Вы прожили в нашем заведении 5 лет, Питер? Нет. Мы отпустили вас 7 дней назад. Привет! Мне до сих пор не верится. С возвращением. Фильм режиссера Джима Шеридана. Он сказал, что вас нет. Что? Ты с девочками мертва. Это я сделал? Нет. Что ты помнишь? Сегодня утром я оставил жену с детьми дома. Кто там у двери? С этим домом явно что-то не так. Питер, тебе нельзя здесь оставаться. Этот дом и тебя убьет. Дэниел Крейг, Наоми Уоттс, Рэйчел Вайс. Питер Уорд вернулся! Жили-были в одном доме две маленькие девочки. Дом грез. Скоро на экранах.